Ну что, друзья, давненько не виделись, с вами я, Пандос Фиксович, и по названию видеоролика я думаю, что вы и так все поняли. Я это сделал, собрал состав 99-го рейтинга. Как вы знаете, это моя самая главная цель перед закатом сезона фифки. Исходя из прошлого видеоролика, я думаю, что вы поняли, что мне оставалась всего лишь одна позиция центрального защитника. И как красиво я ее закрыл. Сейчас расскажу, но перед этим яшники нам сделали щедрющий подгон. Ну просто, вы только вдумайтесь, они в конце сезона выдают кумира 90+ в аренду. У вас там все окей? Скажите мне, пожалуйста. Так как контента в игре практически у нас не осталось, я думал, может быть, пакцы какие-нибудь пощелкать, но яшники решили просто нахрен вырезать весь контент, и теперь у нас из паков только по 7500. Ну, естественно, я этим заниматься не буду. Я так подумал, на геймплей смотреть не так интересно будет, хотя он тоже будет присутствовать. Я открою также сегодня пакцы в мобильной версии FIFA. Под прошлым видеороликом были фанаты, которым было это интересно посмотреть. Также открою кейсики в CS, так что сегодня такой микс будет содержать. Держащие в себе, собственно, геймплей фифки, кейсики и паки FIFA Mobile. То есть все будут довольны. Потому что, ну, объективно, под конец FIFA сейчас сидеть, пытаться выжимать контент, ну, это такое себе. Но, естественно, я вам покажу, как же я залутал последнюю 99-ю карточку в мой состав. Так, ну что, друзья, 4 пика собрал. Откроем, понадеемся на... Лусио, друзья, я не верю! Что? Что? Друзья, Лусио в пике дропнулся. Нихера себе. Охренеть. 99 Лусио падает. Мы это сделали, друзья. Ну, в целом уже похер, кто бы здесь не упал. Я думаю, что это прекрасное завершение. Все. Целей больше в этой игре нет, получается. Ну и мы с Честером, друзья, хотели бы вам напомнить о моих спонсорах, которые поддерживают каждый мой видеоролик. А если вы еще перейдете по закрепленному комментарию в мой телеграм-канал, вы можете получить отличный бонус у моих партнеров. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А еще, друзья, в этом году я переезжаю с Турции в Индию. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Это регион в PSN. Там в этом году цены более кайфовые. У меня в магазине вы можете приобрести все по отличной цене. Опять же, ссылочка в описании. И также конкурс, друзья, на новую UFC 25 будет проходить у меня в телеграм-канале. Поэтому переходите и участвуйте. И всем желаю удачи. Да, друзья, я выловил себе этого красавчика Лусимара да Силву. И, собственно, все, цель выполнена. Да, тут подольски начался качать, до 99 рейтинга можно его апнуть. Так что делаем вот так, все, 99 сквад. На замене все 99-е, в составе все 99-е. Состав выглядит просто бомбезно. И я думаю, что на этом моменте можно прощаться с этой игрой. Я еще думал сделать какой-нибудь финальный ролик, там, я не знаю, подвести итоги по сезону, собрать состав из своих любимых игроков, которыми я играл в этой части. Поэтому, если вам будет интересно, 10 тысяч, хотя 10 тысяч сейчас, наверное, многовато, ну давайте 6 тысяч лукасов, и вы мне покажете свою заинтересованность. Я соберу сквад общий из всех моих любимых карточек в этом сезоне FIFA. Возможно, это будет кому-то интересно. Ну чё, пойдемте побегаем. Алания состав называется, ничего себе. Чё по составу? Ну, понятное дело, сейчас у всех просто сумасшедшие демонические составы. Блин, я давно не играл в UFC 24. Ну, наверное, уже больше недели. А не разучился ли я играть? Не, вроде нет. Давайте о чем-нибудь отстраненном поговорим. Я думаю, вам всем не очень интересно, как я тут играю. Допустим, поговорим на тему глобального потепления. Как вам такое, друзья? Вы видели, какая погода в сентябре? Все рекорды бьет. Я просто шокирован. Просыпаюсь и чувствую на себе килограмм пота. Я такой, блин, а лето что, не съебалось, что ли? Можно немножко поговорить про новую вокалистку из Linkin Park. Посмотрел я ее лайвы, конечно, без слез не взглянешь. Понятное дело, что тут без сравнения с Честером абсолютно не обойтись, учитывая, что, ну, как бы, она перепевает его песни. Тут тяжело, как бы, закрыть на это глаза. Говорят, что Майк Шинода специально взял девушку, чтобы было меньше сравнений. Ну, а куда без этих сравнений, если она исполняет песни, которые были написаны для Честера? Поэтому, типа, якобы они не хотели брать мужика, но лучше бы на самом деле мужика взяли, честно, искреннее мое мнение. Потому что там некоторые партии очень тяжело вывозить, и в целом вы, если смотрели, слушали этот лайв, то она там в каком-то моменте надорвала себе голос,
И дальше уже с каким-то перегрузом на горле она продолжала петь. Одно дело, вот новый трек типа окей, потому что он персонально написан под нее. Я бы на самом деле был бы не против, если бы просто они переименовали банду и исполняли бы новые песни. Мне кажется, так было бы честнее. Если мне захочется послушать старые песни Linkin Park, я могу просто зайти, загуглить, есть латинская группа какая-то, и там они вот лайвы исполняют, ну, вот как в старые добрые. То есть кавер-группа сейчас больше похожа на Linkin Park, чем сами Linkin Park. Поэтому, скажу честно, мне вообще не зашло. Да, люди говорят, она там перенервничала, еще что-то. Ну, блин, у нее такой багаж большой, там вроде у нее группа какая-то там была до этого. Тем более ты приходишь в Linkin Park, это не какая-то гараж-бенд, который ты можешь просто вот так вот прийти и на отъебись спеть. Поэтому я разочарован, честно. Поэтому, как трушного фаната, я могу себя назвать трушным фанатом, у меня даже татуировка есть, не знаю, вам видно или нет, Linkin Park. Я, конечно, буду рад ошибаться, может быть, там новый материал будет вообще топчик, либо на других лайвах она начнет вывозить, я не знаю. Но в целом, как будто бы история такая себе. Ну, тем временем, пока я тут базарю, счет 5-0. Никакого сопротивления. Все-таки состав 99-го рейтинга. А вы что хотели? Так, что вам еще такого отстраненного рассказать, что в моей жизни происходит? А, я вот в Астробота начал играть. Ребята, кажется, это игра года. Наконец-таки что-то интересное начало выходить у нас. А то в последнее время какое-то затишье в игровой индустрии. Как вы знаете, с осенью много крутых новинок выходит. Вот я сейчас Астробота прохожу. И я просто в дичайшем восторге. Поэтому, если вы хотели поиграть во что-то свежее, интересное, новое на плойке, то рекомендацион прям невероятно. Я сначала думал, что это будет прям, знаете, такая изичная, легкая игра, но там такие уровни, поджигающие жопу, встречаются, что нотка челленджа в этой игре тоже присутствует. Так, давайте шестой забьем. И соперник, кажется, наигрался. Также, естественно, я жду новый Silent Hill. Как вы знаете, это моя любимая игра. У меня весь рука в Silent Hill. Возможно, кто-то не в теме не видел. Я лютый поклонник этой серии. И прям с нетерпением в октябре буду вырываться. Возможно, даже постримую. Посмотрим. Ну, я опять же думаю, что геймплей никому не интересен. Возможно, будет небольшой интерес поиграть своими самыми любимыми карточками. Опять же, если вы наберете 6000 лукасов. Пока давайте 1085 откроем. Кайфанем от того, что здесь падает. Ох, как интересно. Какие карточки? Дебрюна 98. Блин, вчера на бельгийцев поставил. Ну, как на них поставил? Я поставил на то, что обе команды забьют. В итоге, блин, бездарно мою ставку слили. Но до этого, ребята, у меня такая ставочка зашла. Я просто охерел. Вы посмотрите на это. Вы гляньте на этот коэффициент. Я выкупил за сотку, хотя если бы я не выкупил, то 130 тысяч выиграл бы. Это моя самая большая ставка, которая заходила. Так, ну что, я думаю, с основной фифкой мы завязываем. В целом, опять же, я думаю, что никому нахрен не интересно. 99 сквад сделали, все по красоте, я счастлив, доволен. Закрываем этот сезон и обнуляемся уже вот через десятку дней. Собственно, вот мой составчик на экране, 105-й рейтинг. Не помню, показывал я вам в прошлой части или нет. Я апнул себе Ривалду до 105-го рейтинга. Зубастик все так же хорош. Вот что мне не нравится в мобильной версии, то что тут не отображается статистика. Сколько вы отыграли, сколько вы забили. Возможно, сейчас будет обновление, и там дропнут это нововведение. Кстати, под прошлым видеороликом вы мне написали, что сброса не будет. Это радует. Вчера, кстати, я поймал себе Хвичу 101-го. Его можно до 106-го апнуть, но, к сожалению, у меня уже Ривалду тут прокачивается. И очень обидно такую единицу терять. Так, ну что, поехали в магазин. Избранные 500 поинтов. Поехали. Какой-нибудь ЦЗшник, а вот колера я бы хотел. Короче, кто-нибудь 101 нужен, чтобы максимальная прокачка была. Так, ну то мы, естественно, лутаем всякий фодер и открываем. Опен, смотрим и надеемся. Испания, ПП, ну понятно, короче, тут вряд ли что-то интересное будет. Блин, 97-й всего лишь, ну ладно. Еще один пак можем открыть за 500 поинтов. Снова миллиончик лутаем и надеемся на хорошие флаги, пожалуйста. Опять Испания, да что ж ты будешь делать? Теперь ЦП. 98-й Гави, неинтересно. С моими карточками, ну, всерьез воспринимать такое нельзя. Так, вот, это интересный набор, потому что здесь вы этот набор можете как минимум 2-3 раза открыть, если я все правильно понимаю. Да, 80% на то, что первый раз, по крайней мере, этот пак можно открыть. Поехали, 2000 поинтов у нас улетают. И смотрим. Так, куча фодера, 500 тысяч, неинтересно. И вот самое интересное сейчас будет. Плизики, флаги, Англия.
ЛЗ, Кол, ЛВ, кто там? Англия, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд. Ну, рейтинг неплохой, 99, но, блин, у меня там Ривалдо, у меня там, блин, этот, Хвича. А где дополнительный пак? Лол. 80% был шанс, алё, вы чё, охренели? Понятно, пошёл я нахер. Так, ну и пак 99-101. Ну вот он-то принесёт нам сейчас что-нибудь интересное, поехали. Пожалуйста, только не 99, я вас молю, дайте 101-го. Чтобы я кайфанул. Пожалуйста. Германия ЦЗ. Германия ЦЗ. Американские флаги. ЦАП. Блять, что за бумж мне падает? Ну, камон. Донован 99. Ну, ё-моё. Да, друзья, тильтуха. С такими паками, конечно, неприятно, скажем честно. Ну, и давайте последний откроем за 1000 поинтов. Тут 98. Уже ни во что не верю, ничего не жду, как говорится. Но вдруг повезет. Вдруг повезет. Давайте, открываем. Опять Испания. Блядь, это промо пошло нахер. Все, не хочу я смотреть. Опять этот Гави. Все, кучу поинтов потратили, нихера не поймали. Классика, классика. Жиза, жиза. Состав мы не апгрейднули. У меня тут куча маскирана. Я думаю, может быть, на Ривалдо слить и 106-м его сделать. Но я просто надеюсь, что я что-нибудь классное поймаю, и эти маскираны мне там пригодятся. Ладно. Потом этим займусь. Собственно, контент с FIFA Mobile окончен. Переходим в КС. Лутка, конечно, друзья, сегодня супер жестко у меня получается. Так, ну чё, поехали. 20 наборов различного типа. Поехали. Давненько я ножиков не ловил. Я думаю, что сейчас самое время. Хотя, кого я обманываю? Я недавно ножик поймал. Автотронику за 20 тысяч. Кины говно полнейшееся. Ножик не дропнется. О! Ебать, ножик! Ножик дропнулся, ебать, что? Что нахуй, блять? Так, первый кейс, ничего интересного. Катастрофа. Это девиз моего кейс-опинга, видимо, будет. Спойлерят сразу, сразу спойлерят, говорят, что катастрофа будет. Так, окей, next кейсик открываем. Пистолетик, неинтересно. Так, третий крутится, вертится. Тут шотган, тоже неинтересно. Так, ну я тут немножко призмы закупил. Здесь прикольные керамбиты падают. Я помню, я из кейса призмы два керамбита давно-давно еще ловил. Вообще, я заметил, что в CS2 намного реже падают именно золотые айтемы. Вот в CSGO они частенько мне сыпались. Я думаю, кто подписан на меня давненько, те видели, что мне часто дропались ножики. Там чуть ли не парочка в неделю. А вот в CS2, сколько я, один либо два ножика поймал. Ну, а я открываю, ну, достаточно много. Вот я завидую, знаете, ютуберам, которые могут снимать вообще абсолютно любой контент, и их будут смотреть. Я бы вот с удовольствием открывал бы и на мобилке отдельные ролики, и в CS отдельные ролики. Но вряд ли бы их смотрела, поэтому интегрирую вот так вот, знаете, втихаря. Ну, я как бы вас тоже понимаю, что вы здесь подписаны только ради контента по FIFA, но все же периодически можно разбавлять контент подобным мероприятием, как мне кажется. Одна синева пока что, пацаны, падает. Ничего пока впечатлительного я, к сожалению, не вижу. Говнище полное. Так, ну и самые интересные кейсы. Грезы и кошмары. Вот тут может упасть крутая какая-нибудь бабочка. Вообще все кейсы с бабочками очень дорогие, и из бюджетных, ну вот только грезы и кошмар. Конечно, пушки здесь максимально всратые, по сути, кроме ножика ловить тут нечего. Ну ладно, вот это вот такая, конечно, визуально мне не нравится, но хотя бы денег стоит. Так, говнище очередное. Тут нам тоже не повезло, опять не повезло. Так, что-то какой-то тильтостан, пацаны, вообще ничего не дропается. Пошел я нахер. О, вот здесь вот, ребята, чувствую, давайте плашкой закроем. Да, я ебанутый, тут тоже есть плашка, блядь, где вы можете закрывать, блядь, консолью, чтобы заинтриговать себя. Смотрим. Оп, оп, оп. Бля, плашка не сработала. Ну чё, друзья, осталось 4 кейса, ни во что не верю, ничего не жду, как говорится. Да. Так, ну фиолетовый хотя бы мы увидели, зомби-страйк. Давайте, если вот в последних двух кейсах мне падает золотой айтем, 5000 разыгрываю среди подписчиков, вся в телеграм-канале. Так, пока розыгрыш отменяется. Так, ну и ластовый получается. Да, ну как будто бы не хочется на этом останавливаться, друзья. Так, давайте еще 3 кейса на бис, так скажем. Спасибо, очень приятно. И последний теперь точно кейс, все, друзья. Это тильтостан. Ну все, теперь точно, друзья. 4 разлома я решил прикупить себе. Стоят они, благо, недорого. Ту-ту-ту. Ну все, ребята, вот здесь точно будет круто. Угу. Ну все, теперь точно последний, друзья. Точно последний кейс. И мы на этом расходимся. Надо останавливать себя вовремя, как говорится. И это время вот сейчас настало. Спасибо, грузовой. Так, ну что, друзья, вот такой вот видеоролик получился, состоящий из 3 разных игр. Если вам такой эксперимент понравился, напишите об этом в
комментариях поставьте Лукас. Опять же, все-таки, ну, конец сезона, уже просто сидеть геймплей катать, кому это нахер интересно. Поэтому решил так немножко разнообразить контент. Опять же, по составу все 99. Я доволен этим сезоном. Опять же, могу подвести итоги с лучшими карточками. Поэтому, если вас это заинтересует, 6000 Лукасов и какой-нибудь актив в комментах проявите. По традиции лайкну первые 150 комментов. Поэтому все, друзья. Пандос Фиксович был на связи. Спасибо за просмотр и хорошего настроения. Чао, какао.